шла и будет идти своим путем. Девушка с простым именем Мария, но это не просто Мария, хотя как когда-то просто Мария, она уже стала звездой телеэкрана буквально после первого же эфира. Яркая, эпатажная, не похожая ни на кого. Не просто Мария, а Мария Кацева! Такое впечатление, что я какое-то время шла по пустыне, несколько дней, и наконец-то набрела на оазис и напилась воды. У меня бывает такое, что я предвижу. Слышу ее голос, Оксаны, и вижу вот то, что вот написано. Мария Кацева. Думаю, о, классно. Мария Кацева! Ну, с детства петь я начала. Я начала подпевать. Я подпевала... Вилли Токареву. Золото, золото, золото. Я даже не помню мотив, я помню вот этот вот золото, золото, золото. Золото, 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 золото. И еще я кушала под детские сказки, которые на винилах там проигрываются. Ну смотри, мне кажется, что это абсолютно твоя история. Земфира уже так не дорогует, как раньше. Ну, просто добавишь свежести, какой-то молодости. Угу. Ну, добавишь себя. Якщо вони просто банально приспівають Земфіру, це буде провал. Я уверен, что эта версия мне будет нравиться больше, чем оригинальная. Вот на это она способна. Вот в этом ее необъяснимая магия. Мне очень круто. Ну, правда, мне очень круто, мне нравится. Я люблю экзамены. Я думаю, мне какой-то призрачный чувак нужен. Призрачный? Да. Ты хочешь, у тебя будет реальный? Включает комплексы, включает скорости, включает все потенциалы свои. Вот. И получает удовольствие от этого. Я не знаю, что добавить. Это круто. Не надо много слов говорить.